и пойду. Сажайте картошку, готовьтесь к госам. Если сегодня закончите, завтра в Ашан поедем. Говорят, там какой-то цирк ряженых приехал. Окей, мам. Пойду в дотку рубану, пока мамки нет. Вот так всегда. Законный выходной. Подняли в 6 утра. Лопату в руки и сажай картошку. А это 1 мая, когда все отдыхают. Дедлайн, дедлайн, дедлайн. Дедлайн! Девушка, вы уронили перчатки. Тут еще билет какой-то. Подождите, куда вы так спешите? Ой. Дедлайн. Шей меня, прошей, прострочи. То есть я должна прострочить эту ткань? Ой, уже утро. Надо же отдать кролику перчатки. Ах, я так прекрасен. Мое дефиле будет неотразимо. Извините, здесь кролик не пробегала? Не знаю, как кролик, но один ангел точно спустился с небес и покорил красотою землю. Вы как раз с ним разговариваете? Но если вы не знаете, где кролик, то, может, знаете, как пройти на Всероссийский фестиваль японской анимации? Хочешь пройти в дефиле? Да с таким простеньким костюмом, как у тебя, нереально. То ли дело мой костюм. Они просто обязаны меня взять. Да нет же, я ищу кролика, чтобы отдать ее вещи. Я как раз жду ответа от организатора. Уважаемый участник, сообщаем вам, что ваш костюм не соответствует высоким требованиям дефиле люкс. С уважением, координаторы дефиле, заявка отклонена. Как отклонена? Я же неотразим. Я им еще покажу, как меня отклонять. Какой противный тип. Пойди туда, там помогут. А, нет, показалось. Ищешь кого-то? Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти? А куда ты хочешь попасть? На фестиваль. Тогда не надо никуда идти. Фестиваль, он повсюду. Но мне надо найти кролика. Искать косплеера на фестивале все равно, что иголку в гримерке. Вроде все видели, а никто не знает, где именно. Ну, может, тогда стоит пойти в гримерную? Там же иголку и видели. Тогда тебе налево. Ищи проход в стене, пока не начнут спрашивать скотч. Заколю здесь, ай. Заколю там. Вот и выйдет у нас гандам. Извините, это гримерная? А у тебя двусторонний скотч есть? Нет. Ну так нафига ты в гримерку без скотча приперлась? Я кролика ищу. Время пить чай. Всем по чашке. Клея. Ты какой чай пьешь? С акрилом, моментом или масляными красками? Я кофе глиссе люблю. Поняла. Значит, с монтажной пеной. Садись. Я тебе историю о прошлогоднем косплее-шоу и кролике расскажу. Эй, только не на этот. Там крафт сохнет. Вон, лучше на второй. Там Аяша как раз иголок для удобства накидала. Так вот, жили-были три сестры. И все три жирные. Аж 43 килограмма. И ростик 1.71 м. И собрались они косплеить Фроузен. И все три Эльзу. При их-то весе. Но они так и не смогли договориться, кто будет Эльзой. И решили поставить Шинбеков. Поющих Let It Go. А при чем тут кролик? А она этот номер на шоу не пустила. Так вот, если хочешь найти Усаги, то тебе на Генреку надо. Вон туда. Я тебе говорю, там парик синий черный должен быть. Нет, он бело-золотой. Ты еще скажи, что у меня габардин на полтона светлее. Именно так. Только вот меня в дефиле взяли, а тебя с твоим идеальным тоном нет. Девушка, вы участница генрепа? Идите, регистрируйтесь. Нет, я еще Усаги. А, секунду. Это не та Усаги. А, не эта? Значит, другая. Ошибочка вышла. Весь косплей в сборе. Сценарий написан, костюмы пошиты. Какие будут указания? Репетируйте, репетируйте. Что это за игра? Ужасно. Не верю. Вон из моего косбенда. Но мы же... Идзайой, выгони их. Да, все вон. Зря ты так с выступающими. Кто же теперь в сценке играть будет? А вот она и сыграет. Я? Как я? Я не умею.
Я не хочу. Не умеешь? Научим. Не хочешь? Заставим. Но глава, у нас в сценарии 11 человек, а вы всех выгнали. Что же нам делать? Устроим им суд, и они сами придут молить о пощаде. Но это же нелогично. Верховный суд. Ну, суд так суд. Персиус обвиняется в пошиве из блестящего атласа. Я просто неотразимо сверкаю на сцене. Мой приговор – найти фото первого косплея и разместить на стене в ВК. Йо обвиняется в том, что ест и не толстеет. Ведьма! Таким в косплее нельзя. Прифотошопить жир и выложить на двочи. Джек Тыква обвиняется в косплее парней без утяжки. Но я же парень. Утяжку ему и потуже. Аяша косплеит лолей в 40 лет. Обнародовать возраст и фото без макияжа. Стоп, стойте, ну так же нельзя. Что же вы делаете? Безрассудно судим. Поднимаем рейтинги. Собираем лайки. Все, хватит, это какое-то безумие. Критика должна быть объективной. Надо быть добрее друг другу. Ты права, сестренка. А ты что тут делаешь? Так меня мамка послала тебя искать. Она уже все больницы обзвонила. Пошли домой от этих психов. Усаги, я нашла ваши перчатки и билет. Вот, возьмите. Спасибо большое, я уже обыскалась. Well, now they know. Let it go. Let it go. О, кажется, Шингеки петь заканчивают. Они прошли, а я нет? Это уже не к нам. Нас всех выгнали. Простите, друзья, на меня что-то нашло. Вернитесь. Пожалуйста. Ну, так и быть. Мы же команда. Только осторожнее. Там еще Прянск прогоняется. Сестра, тебе тут соседская девочка пришла. Что-то про дедлайн говорит. Алиса, дедлайн, дедлайн!